Aziz muxlislar, agarda siz 2021-yilda Rossiya Federatsiyasida talaba bo'lish istagi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. U student kanali orqali universitetlarga kirib, siz qanday qulayliklarga ega bo'lasiz? Birinchi navbatda biz sizni hamma hujjatlaringizni tayyorlaymiz, o'sha to'g'ri universitet tanlashga yordam beramiz, hamda o'qishga kirganingizdan keyin ham 1 yil davomida onlayn poddержка beramiz. Ya'ni sizga birorta hujjat kerakmi? O'shani qanday qilib olish? Biror fanni yopishda muammo bo'lyaptimi? Qanday qilib to'g'ri darsga kirish kerak? Qanday qilib o'sha fandan zachot olishingiz mumkin? Bunga ham to'liq amaliy yordam beriladi. Bundan tashqari, mana shunday holat ko'p bo'ldiki, ba'zi o'quvchilarimiz universitetga kirdi, tilni yaxshi bilmaydi. Bizda 50 ga yaqin malakali o'qituvchilarimiz bor. Bemalol o'qishga kirgandan keyin ham o'sha o'qituvchilarimiz bilan jonli muloqot qilib, o'rganishingiz mumkin xorijiy tillarni. Shuningdek, aniq fanlar, masalan, texnik universitetlarga ko'p o'quvchilarimiz kirdi. Aynan начертательная геометрия, инженерная графика, физикадан, masalan, qiyinchilikka duch keldi. Bizda oson, sodda tushuntirilgan video darslar to'plami bor. Mana shuni taqdim etamiz va qanday qilib o'sha darslarni oson sodda tushunish mumkinligini tushuntirib beramiz va o'qish davomida siz qiynalmaysiz. Ko'rsatilgan Telegram raqamlarimizga murojaat qiling va biz orqali Rossiya Federatsiyasida 2021-yilda talaba bo'ling. Assalomu alaykum aziz kanalimizning obunachilari. Demak, bugun darsimiz davomida sizning bilimlaringizni tekshirib ko'rmoqchiman. Darslarimiz davomida savollar beriladi hamda javoblari. Orasidan to'g'ri variantni tanlaysiz. To'g'ri javoblar esa undan keyin paydo bo'ladi. Demak, biz boshladik. Hozir sizlarga biz darsimiz davomida dialoglar bilan magazindagi holatlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть яблоки? Да, есть. Сколько стоит килограмм яблок? Килограмм яблок у нас стоит 300 рублей. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, дайте мне 2 пакета молока, 3 пачки печенья и 1 банку кофе, пожалуйста. А что-нибудь еще надо? А да, совсем забыл. Еще 1 банку подсолнечного масла, пожалуйста. Хорошо. Сколько с меня будет? С вас будет 500 рублей. Здравствуйте, у вас хлеб свежий? Здравствуйте, да, очень свежий, только что привезли. Дайте, пожалуйста, тогда мне 2 батона и 4 булочки с маком. Хорошо. Здравствуйте, у вас есть торт Прага? Здравствуйте, да, есть. Сколько стоит? 155 рублей. А также у нас сегодня идет акция. Если вы покупаете торт Прага, то вы получаете подарок. А какой подарок я получаю? Вы можете получить пирожное или печенье. А какой вы подарок хотите? Здравствуйте, у вас есть мясо? Здравствуйте, а вам какое мясо? Баранина или говядина? Мне и баранина, и говядина нужна. Можете сказать, сколько стоит? Конечно, говядина у нас стоит 300 рублей, а баранина стоит 400 рублей. Какое вам дать? Дайте мне, пожалуйста, 2 килограмма говядины и 3 килограмма баранины. Хорошо. Здравствуйте, сколько стоит килограмм сахара? Здравствуйте, 200 рублей. Дайте, пожалуйста, 1 килограмм. Добро пожаловать в наш магазин. У нас сейчас тут грандиозные скидки на летнюю одежду. Какую вы одежду хотели бы приобрести? Здравствуйте, я хочу платье. Платье. А какого стиля хотите платье? Я хочу платье французской длины классического стиля. Какого стоят эти брюки? Здравствуйте, эти стоят у нас по 80 рублей. А вот эти почем? Те стоят по 100 рублей. Какой вы хотите? Дайте для меня, пожалуйста, по 100 рублей, а другу по 80. Доброе утро. Доброе утро. А у вас есть пальто от бренда Monte Carlo? Да, есть. Какой цвет вас интересует? Я хочу либо коричневый, либо бежевый.
Да, как раз у нас есть и коричневый, и бежевый. Пожалуйста, примерьте, который вам больше понравится, купите. Так, я примерила. Мне очень понравилось бежевый цвет, и я хочу его купить. А сколько он стоит? Он стоит 10 тысяч рублей. Хорошо, покупаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть фрукты? Да, у нас есть много разных фруктов. Какие именно вас интересуют? Я хочу купить манго и яблоки. Да, у нас есть свежие манго и яблоки. Килограмм яблок стоит 32 рубля, а манго 200 рублей за штуку. Хорошо, дайте мне тогда 5 штук манго и 5 килограммов яблоки. Мана бүгін дәрсіміз давамыда берілген сауалар арқалы сіз өз білімдер жәңгізіні анықлап алдыңыз. Жауапларыңызды комментарийлерді күтіп қаламыз. Дәрсіміз өз нұхайысы кетті. Хайыр, саламат болейін.